Обожаю эту тему. Всем привет. Хочу немножечко поговорить о Барбоу. Очень мне понравился этот дивизион, понравилась манера стрельбы. Я имею в виду в данном конкретном случае стрингвокинг. У меня было видео по Барбоу, будет еще не одно. По ссылочке пройдите, там я рассказывал, что это такое. В чем основное отличие? У классиков, олимпиков прицел впереди, у нас прицел на тетиве. Мушка – это наконечник стрелы. Ну да ладно. И что я хочу сейчас с вами обсудить? А какой лук для этого нужен? Я попробовал стрелять из разных луков, которые у меня были. И что я хочу сказать. Если мы используем манеру стрельбы стрингвокинг, лук должен быть А – достаточно большой, Б – достаточно быстрый. Объясняю. Вот у меня 179 кастом. Достаточно популярный уже стал лук. Он не мелкий. Вот это 66-дюймовый лук. Вот, обратите внимание. Ну, разница, конечно, есть, но она не такая уж и большая. Это 64 дюйма. Так вот, их уже решительно не хватает. Потому что, когда я из этого лука... Молодец. Я полочку переклеил в другой лук, переснимал. Ну ладно, не помешает. Так вот, когда я из этого лука стрелял, то практически не имело значения, насколько я перехват делаю. Стрелы всегда летят практически в одно и то же место, вне зависимости. Короче говоря, не имеет вообще значения, я стреляю трипод или я отступаю. Ну, если отступаю слишком сильно, в какой-то момент просто стрела летит медленнее. Короче говоря, диапазон вот этих вот настроек на небольших и относительно медленных луках, просто этот 32-фунтовый, ну, в общем, совсем-совсем легенький. И стринг-вокинг на этом луке неэффективен. Вообще, совсем. Здесь ситуация чуть лучше. Потому что можно посмотреть на 10-12 метров. Вот такой вот отступ получается. И стрела летит четко туда, куда указывается наконечник. На более быстром луке один раз удалось попробовать. Этот диапазон расширяется, этот лук. Это 38-дюймовый Санлида C1. Лук этот достаточно медленный, и диапазон тут сокращается. Если же совсем упороться, вот в данном конкретном случае я возьму маленький лук, это 50-дюймовая традиция. Практически не имеет значения, здесь, как я буду держать, разницы не будет практически никакой. Плюс, если отступить слишком низко на коротком луке, его можно испортить вдобавок. К чему все я это говорю? Для каждого способа стрельбы, способа прицеливания, желательно свои луки. Можно ли из такого лука стрелять интуитивно? Запросто. Конечно же, можно. Но... В Барбоу есть другой способ, я уже сказал, стрингвокинг, он более точный. И мы можем запросто им пользоваться. Не, вообще действительно очень интересная тема. Я по Барбоу, честно говоря, торчу. И, кстати, вот про этот лук немножечко отдельно даже расскажу. Ну, лук как лук, ничего такого особенного нет. Дешевый олимпик, но вы знаете, он мне полюбился. Во-первых, очень удачный размер. Полноценная 25-дюймовая ручка. 66 дюймов, просто идеально. Я сюда поставил нормальную фастфлайтовую тетиву, и лук заиграл. Сейчас я сделаю один. У меня аж одна стрела легенькая есть. По-моему, здесь, если память не изменяет, 320 грамм. Ах, здесь хвостовик более. Ну, ничего, послушайте. Очень нравится.
Конечно, по сравнению с нормальным олимпиком, это черт знает что, это игрушка. Но даже уже вот с этой игрушкой вполне можно тренироваться. Лично мне этот дивизион нравится. Хочу себе лук для барабу. Спасибо за внимание.